Новый рождественский итальянский кекс, вес 750 грамм, цена 999 рублей. Упакован в картон и потом прозрачный пластик. Состав вы видите, он вполне адекватный и не вредный. Ну, кроме наличия спирта, поэтому детям давать, ну, наверное, все же не стоит. Структура его мягкая, сложно отделяемый от бумажной внутренней стороны, в которой его пекли. Форма цилиндром высокий, без глазури, с бронзовым внешним цветом и желтым внутренним, где присутствуют внутри же кусочки горького темного шоколада, плюс крем из фисташки, который очень приятно пахнет, все режется легко. Вкусное, не приторное, полностью вам рекомендую ознакомиться с данной продукцией, даже если вы не сильно любите сладкое. Да, приторности тут нет, крошечки вам обеспечены полностью. Опять же рекомендую, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, если не нравится, и ждите новые обзоры не менее интересных продуктов и вещей.